ты оказался в плену врагов, которые бросили тебя умирать в мрачной тюрьме, возвышающейся над огромным лесом в царстве Ул. На протяжении нескольких веков здесь доживали свои последние дни самые отъявленные преступники. Многие пытались сбежать отсюда, но еще никому не удавалось выбраться из этой тюрьмы живым. Разделишь их судьбу или сумеешь преодолеть все препятствия и покинуть это ужасное место? Выбор за тобой. Добро пожаловать на канал Joywire, с вами снова Джо, моя передача под названием «Джо, зацени!», в которой мы с вами проверим, заслуживает ли нашего внимания игра, которую порекомендовали подписчики моего дискорд-канала. На ревью у нас Slasher Skip, очередной roguelite проект, которых в последнее время выпускалось в большом количестве, но в этом есть что-то такое, какая-то особая изюминка. Сейчас покажу, поехали. Начнем новую игру. У нас есть несколько вариантов персонажей, мужчина и женщина на данный момент. Из шести в будущем свободных. Давайте начнем за мужичка-северянина, которого зовут Шарон? Шаров? Шейвен? Мы сюда пришли не для чтения. Какие у нас есть варианты? Я всегда мечтал о таких усах, но генетика не наградила меня таким приятным. О, вот этот похож на меня. Вот этот похож на меня. Да. Изимод нет. Стандартная игра, поехали. Посмотрим, чего нам покажет прекрасная игра под названием Slasher Skip сегодня. С лором вы сможете познакомиться самостоятельно. Я здесь для того, чтобы показать вам глубину-глубин геймплея. И первое, что я хочу сделать, сделать чуть пошире Field of View. И я отключил head bobbing. Рекомендую это тоже сделать, если вас укачивает от подобных FPS игр. Мы действительно оказываемся с вами в тюрьме. Рекламка не обманула. Звучит как дерьмовое путешествие. Что мы можем сделать? Так, окей. Это мешок или дубинка? Это, похоже, мешок. Мы можем бить мешком. Похоже, что камера подперта только лишь метлой. И это действительно так. Уровень охраны, да. Охранник написал, что скоро вернется. Тем не менее, он оставил нам ключи. Но похоже, что я не могу с ними ничего сделать. Я вижу блестящий сундук. Нажмите Е, чтобы открыть. Ууу, целая гора лута. Я не ожидал увидеть голенького мужика здесь. Обычная кофта, плюс 6 армора. Через правую кнопку мыши можно надеть. И штанишки лэк армор плюс 6. И топор, 10-17 урона, средняя скорость атаки. Так, и... ее, наверное, да, надо на хотбар. Так, нас учат, что если кликать левой кнопкой мыши, можно быстро рубать. Но также можно атаковать в определенном направлении. А правой кнопкой мыши мы еще можем парировать атаки противника. Вау. Яйкс, звучит как... Мне кажется, я начинаю врубаться. Если задержать левую кнопку мыши, можно нанести тяжелую атаку. Я его согрел. Не-не-не, мне кажется, он ведет меня в какую-то ловушку, но... Сник атак! Тут есть криты. Дед, блин. Я вижу одного зомбаря, может мы... я случайно притянул двоих. Яйкс. В смысле не попал? Ё-моё. Знаете, что мне это напомнило? Похоже на рисовку из игры 13, если помните. Я, если не забуду, я попробую постер добавить этой игрушки, потому что, ну, что-то слишком похоже. Пот! Дангабери конкококтион. Intelligence плюс 1. Навсегда или временно? Похоже, что навсегда плюс 1 к инте. Детка. Я так понял, пройдя несколько этих комнаток, что ситуация с хелспоинтами будет достаточно такая напряженная. Сундук с хилками. Это интересно. Так, ну...
Я пытался залутать, но случайно лупанул по нему. И мы можем разбивать вазы в том числе. Я не могу присесть, но похоже, что эти поушены не лутабельные. Похоже, что я не могу их взять в данный момент. Ломается ли эта коробка? Похоже, что нет. Мы можем спрыгнуть вниз, но выглядит как неминуемая смерть. А, я, кстати, похилился, скушав какого-то таракана или какую-то репку. Бессмертие на 6 секунд. И Health Potion, который добавляет 20 хп. Ну, чуть-чуть похалдим с ним. Окей. И у меня есть 5 маней, хотя из кошелька явно торчит соточка. Окей. Один противник. Два. Можем попробовать подкрасться сзади? Не сработало. Он занял хайграунд! У меня очень долго восстанавливается после атаки парирования. Send it! С тяжелой атаки сложно попасть. Слушай, он типа... Он сверху, снизу атакует. То есть они чередуют атаки в разных направлениях. Я думаю, хилку можно применить теперь. Плюс 20 сразу. Не обман. Контент. Секретная комната. Или кнопка. Мыжечка скушали. Похоже на кнопку. Слышно звук какого-то... какой-то машины или какого-то инструмента. О, еще жучок. Еще жучок. А, сосисочка. Найс. Найс. А, курочка? Найс. Наверное, не стоило жрать сразу всю еду, оставить что-нибудь. Но она при... Оно действует как дот. Оно восстанавливает по чуть-чуть. Здесь, кстати, еще один плакат. Я подозреваю, что эта кнопка открыла комнату не здесь. Или секретку не здесь, где-то в другом месте. Интересно. Похоже на секретку? Ноп. Обман. А вот здесь? А, нет, это отражение. Окей. Так, попробуем зачистить новую комнату. Сник-атак! Просто шот! В один шот. Ну давай. Моя очередь. Пам! Пам! Он с трешки не умер. Я не попал! Вам может показаться, что игра выглядит безумно неряшливо и просто. Но. Все очень непросто. А мне нравится кушать вкусняхи, а это выглядит как смерть. Возможно, мы можем врагов натыкать на пики и скидывать с высоты, но у меня пока не представлялось возможности испробовать. Это кто? Это что за голая штука? Явно их надо бить в лицо, большинство этих противников, потому что появляется надпись Face, возможно, это их слабая зона. Окей. Мы уже на 12 мани. Восстанавливает заряды волшебной палочки. Но у нас нет такого добра. Мы, кстати, практически поднялись до второго уровня. Я не ожидал таких неплохих результатов. Я думал, что все будет очень... Блин. Там какой-то странный чувак. Я что-то не очень хочу с ним беседовать. Левел ап. Ачимента unlocked. Так, что мы можем сделать? Сила. У нас есть сила, ловкость и интеллект. Три стата, которые мы можем улучшать. Сила, соответственно, на мили дэмэдж и на макс HP влияет. Ловкость, я не вижу из-за этой дурацкой подсказки, что делает. Крит шанс и эффективность брони. Интеллект. Крит дэмэдж бонус. Дальнебойный дамаг. И предметы... Интересно. Типа здесь еще будут торговцы, прикольно. И также увеличивает XP gain. Я думаю, лучший вариант...
Ну, на тройку, наверное, в силу и в декс на единичку. И сколько у нас не достает хп? 15? Мы можем сожрать один хелспот. Я боюсь, что этот чел не френдли. Опа! Ха! Это все? Мы подняли ключ, ботинки, нож, топор. Охренеть. 13-24 урона, но нужно 5 декса. Не можем использовать. Silver Key. Это мы можем использовать куда-то, но пока не знаю куда. Footwear. Плюс 4 армора. Кольцо на палец. Range Speed 2,5%. У нас нет рейнджовых оружий, но да. И Bola Short Sword. 5-6 урона, что значительно меньше нашего топора. Почти в 3 раза. Но быстрая атака. Очень быстрая атака. Но не, я, пожалуй, останусь с этим топориком. Тем не менее, здесь еще меч. Пара мечей. 5 интеллекта надо. А на этот... А он просто быстрый. А это типа катана. Бёрнаут катана. Не самое лучшее. Интересно, кому это все продавать? Явно не этим чувачкам. Этим чувачкам можно просто рубануть по шее. Так, стараемся. Yes. Оп, оп. Мы можем впихнуть 2 удара между его атакой. О, это была неловкая. У нас 2 киллстрик. У нас повышенный экспириенс. Кстати, способности. У нас есть способности. Бэкстеббер. Сник атаки наносит дополнительные 25% бонусного урона. Охрененно. Криомансер. Увеличивает наш ледяной дамаг и замедляет скорость передвижения противника и скорость атаки на 17.1 на 2 секунды. Но у нас нет... О, черт! Кастер! Я надеюсь, он соло. Рашем. Блин, у него тут целая братва. Моя очередь. Я не попал. Окей. Он погиб. Дабл килл. Охренеть. Мне вас жаль, ребята. Посмотрите на эту прекрасную рисовку. Я серьезно, я кайфую с этой игры. Я поэтому рекомендовал вам ее на стриме недавнем. У нас есть волшебная палочка. 2 из 12 зарядов. Это не я, бздю, это собака рядом играется, не обращайте внимания. Я честно говорю. На тройку. Ну-ка. Давайте попробуем согреть. Я хотел согреть больше. Да, я так и подозревал. Он прикатил бочку ко мне. Окей. Шмот. Че это? На плечнике. Плюс 5 армора. Я вижу кастера, я вижу еще 2 зомбарей. Я бы хотел... Да. Меня один из них видит же. Оп. Есть, десяточка. Я еще кританул его в рот. Че, он не сможет этот путь построить ко мне? Я понял. Окей. Я думаю, они смогут подняться. Да. Я не готов сразу троих взять. Я думаю, по двое мы с ними сможем что-нибудь сделать. Как же долго у меня перезаряжается атака. Хоп. 3. Готов. Health Potion. Я думаю, пришло время использовать. У нас, слушай, я думал, что с ХП будет большая проблема, но нет. Вроде как что-то даже пришло. Сундук. Я бы хотел сперва разобраться с этим товарищем дядей. И меня немного пугает его стрельба. 2 удара. Новая волшебная палочка. Еще один сундук. Еще ХП. Еще кольца. Больше лута, богу лута. Черт возьми, зачем столько много? Шапка, перчи.
Какие-то кости, какие-то амулеты. Окей. У нас нет шапки. Амулет. 5 силы. Миликрит плюс 2,1%. Перчи. Плюс 2 армора. По-моему, похоже на какого-то гопника просто из Подмосковья ближнего. Firearm Wand. 11 из 14 зарядов, 5-10 урона. Все плюсует. Это намного лучше. И выпала еще одна палочка с ледяным дамагом. Это кинетической магией. У нас есть пассивка, которая улучшает ледяную магию, но по статам... Она, кстати, не сильно хуже, а бонусы у нас все-таки есть. И... Что-то я еще... А, восстановление зарядов. Range speed. А, мы только одно кольцо можем таскать. У нас два одинаковых. Окей, окей. Давайте чекнем. Ням. Еще один сундук. Мне кажется, у меня скоро перестанет залазить лут, и это правда. Эта палочка еще лучше. Но она Arcane Mage. А вот это... Warrior's Pointy Shooty of, Destruction. Магия молний. Или электрическая магия. Drum of Chromatic Crystals. Восстанавливает много зарядов. Так, надо посмотреть, что мы можем выкинуть. Я бы хотел попробовать попользоваться этим топором. И мне надо декса. Мы, скорее всего, не будем пользоваться этим ножом. Этим. И этим. И все остальное я на данный момент не прочь был бы оставить. Давайте чекнем... что вот это за вещи? Тоже 6 армора. Выглядит посимпатичнее. Телогрейку выкинем. И у нас есть еще дубинка. Медленно атакует, но урона... Жопой жуй. Протестируем в следующей комнате. Если что, переключимся обратно на топорик. Надо... Блин, зарядка, конечно, просто неделю проходит. А, секретная комната. Нет, обманул. Я вижу. Я тебя вижу. Давай протестим. Просто уничтожен. Мне туфельки больше нравятся. Давайте выкинем, чё не плюсует. Я бы хотел оставить какие-нибудь рарные шмотки, потому что... Мне кажется, торговец отдаст больше за что-нибудь нормальное. Эти кольца хуже. И немножко места мы освободили. Слушай, я их просто шотаю. Я их просто уничтожаю. Ну-ка. Стелс? Блин, он повернулся не вовремя. Че это? О, еще один health potion. А, эту комнату мы зачистили, окей. Так. А, я вижу карту. А, паучок. Ха. Ням. Я отравился ядом паука. Яйкс. Я думал, что пауки тоже вкусненькие. Интересно, а здесь можно готовить насекомых? А, мы здесь были, но вот здесь мы еще не были, судя по карте в левом верхнем углу. Просто. О, вот это прикольная шапочка. Плюс точно такая же по статам, но она выглядит симпатично. Я не против. Я не против. Всеми руками за. Опа! Сразу с прохода кастер. А, давайте протестим нашу новую волшебную палочку. А, смотри, какая у нее ширина атаки. А теперь моя очередь. Это дробовик! А! Как отрядить? А КД, КД, КД! Есть! Я случайно забыл из первой ячейки быстрого выбора поменять топор на дубинку. Но в принципе, меня вполне себе устраивает топор. Я не против. Ну-ка. Левелап. Левелап, левелап, левелап. Фух, и последний. Давай, брат. Фух.
Я, честно, на секундочку напрягся. Комната была не самая приятная. Так, я хочу попробовать... А, этот топор, он насколько он хуже? 18-27? 13-24, но он немножко похуже. Но у него скорость медиум. А, давайте потестим. И в интеллект на единичку. Типа, будем держать баланс между скиллами. И блин, а выглядит он достойно. Заряжается он побыстрее. Обычная палочка волшебная. А, чё-нибудь... О, тараканчики. Курочка. Чтобы не тратить хелсы, хелс-поушены, покушаем тараканов. Они вроде как не отнимают. Ну, по крайней мере, вот эти вот опарыши. Если бы я его еще мог поймать... Ууу, я сломал шкаф. Хы. Что-нибудь на столе? Сосисочка. А, и еще немножко денежек. Стоять, я тебя скушаю. Ням. Это не ломается, ладно. Я испорченную сосиску съел. Это же испорченная, да? Выглядит не очень, как это заплесневелое. Ладно. Так, с этой стороны выхода не похоже. Это рычаг? Не-не-не, это щиты, это какие-то блатные штуки богачей, которые нам непонятны. О, у нас же есть скилл. А, чё мы получили? Мили лайф стил! Каждый милишный удар восстанавливает... Точка 4%? Или это просто 4%? Даже если 0.4, это все равно достойно. Так... Ха! Блин! Ха! Да, мы 0-0 восстанавливаем. Яйкс, настолько ничтожный урон, что ли? Эту комнату мы зачистили, здесь... А, это была... А-а-а! Вот где серебряный ключ надо было использовать. Дэйм! Давайте залутаем еще. Я бы не хотел пока покидать этот этаж, потому что мы в левой нижней части что-то пропустили, мне кажется. Это выход. Похоже, как будто там еще есть одна комнатка, которую мы не зачистили. Нам нужно максимальный лут получить. А, отсюда мы выбрались. Ок. А вот здесь? Да, вот я наверх не ходил. Тут прям целая братва. Голенькие кроты и... зомби. А! Так, минус зомби. Боевка кажется немного однообразной из-за того, что... враги слишком простые. Мне кажется, с прогрессом будет становиться только сложнее. Ну, типа, кроты как минимум добавились, это уже что-то новенькое. Я думаю, впереди будет... А, вот она комната. Ёпт, там какие-то странные тараканы. Попробуем зарядиться и сразу им рубануть. Сник-атак. Дверь за мной закрылась. Окей, окей. Еще один. Окей, фух. Страшенные какие, кровью плюются. Комары, походу, да? Монеток еще чуть-чуть. И... Ну, теперь я могу официально заявить, что мы зачистили весь этот этаж. Фу, пойдемте доберемся до следующей комнатки. Фух. Я думаю, это хвост. Я надеюсь, что это хвост. О, черт. О, черт. О, черт. Я теперь не смогу это развидеть. Найс. Мы прошли первый этаж на фулл хп. Еще и подняли немножко денежек. Это звучит очень круто. Ребята. Я бы не хотел прерваться на этом моменте. Но я чувствую, что... дальше станет только интереснее, я засяду на очень долго. Поэтому, если вам понравилось это видео,
Обязательно оставляйте комментарии со словами «жо», «давай еще», прям так, как я сказал, и оставляйте свои царские лайки. Если наберется достаточно, то мы продолжим это прохождение в следующей части, а пока с вами был Джонни в своей новой передачке под названием «Джо, зацени» на канале JoyWire. Еще раз огромное спасибо за просмотр и всего вам хорошего, ребята. Пока-пока.